А сейчас я хочу представить вашему вниманию следующую группу. Она выполнена в деревенском стиле. Вот эти умывальники мне нравятся больше всего. И смотрите, чем они удобны. Во-первых, выполнены две чаши. Они, вот эта чаша достаточно глубокая. То есть, когда вы будете мыть руки, вода не расплескивается, вы будете не обрызганы с ног до головы. Это очень удобно. Но это еще не все. Вода отсюда, смотрите, внимание, сливается вот в эту чашу. И вы можете совершенно спокойно помыть ваши ножки, инструменты или какие-то другие еще нужные вещи. То есть это удобно. Иногда просто вот в такой вот, когда высокий умывальник, неудобно в полусогнутом состоянии, то вот здесь это прям самое оптимальное решение. Для того, чтобы подключить воду, вам достаточно всего лишь шланг с водой или специальное устройство, по которому подается вода. Все уже внутри оборудовано. Умывальники очень устойчивые. Высота умывальника составляет где-то 90 метров с небольшим. Устойчивые. И с филигранной точностью художники воспроизвели стул, как будто бы это действительно ушат, который стоит на стуле. Выполнено все очень органично, имитирует дерево. И самое интересное, что вот водопроводная система выполнена вот в таком вот бронзовом золотистом исполнении. Ну, придает определенный шарм таким умывальникам. Их существует несколько исполнений. На две чаши и на одну. Вот это тоже очень удобная чаша. Она достаточно широкая, благодаря чему ваша вода тоже не будет выплескиваться. Внутри оформление сделано как будто бы с камня. То есть вот эти умывальники великолепно сочетаются с любым дизайном сада. Кран на садовом участке необходим не только для полива растений, но и чтобы помыть руки после грядки или сполоснуть сорванный фрукт. Но труба, торчащая из стены, нисколько не добавляет вашему ландшафтному дизайну изящества. Поэтому производитель садового декора Хитсад предлагает вам пересмотреть решение проблемы грязных рук и овощей с помощью декоративных умывальников. На сайте hitsad.ru, ссылка на категорию будет в описании, вы найдете десятки моделей умывальников в античном стиле. Русском, английском, прованс, с имитацией под бронзу, дерево, камень, кирпич. В общем, посмотрите сами. А сейчас мы вам покажем новинки лета 2018 года. Советую обратить внимание на эту скамейку, которая при вашем желании превращается в два интересных кашпо, которые можно поставить отдельно друг от друга. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал, а мы постараемся и дальше вас радовать интересными темами. Добрый день, вас приветствует интернет-магазин Хитсад. В этом видео мы подробно расскажем о наших товарах и как их найти на сайте. В панели главного меню располагаются товарные категории, переходя внутрь которых, вы знакомитесь с ассортиментом. На примере уличного камина мы более детально расскажем о карточке товара. Первое, что вы видите, это фотографии камина. Наведя на картинку, она увеличивается, что дает возможность рассмотреть товар вблизи. Справа располагается информация о габаритах и цене. Листая ниже, можно найти характеристики данной модели, что входит или не входит в комплектацию, а также видеоролики. В них мы подробно говорим о товаре, его функциональном применении в саду или на даче. В самом нижнем окне страницы находятся рекомендуемые модели, что купить в комплекте или выбрать похожие. Чтобы купить товар, добавьте его в корзину. Отметим, что в каждой товарной карточке есть информация о канале YouTube Хитсад ТВ. В прямых эфирах следите за скидочными промокодами. В соцсетях вы нас найдете, перейдя в специальное окно. Крышка септика камень. Фотографии в карточке наглядно рассказывают о применении декоративной крышки, маскировка септиков, люков на дачных участках. В роликах можно узнать о многообразии выпускаемых нами крышек, наш эксперт подробно показывает и рассказывает о них.
Кстати, все о крышках люков и септиков можно найти на нашем канале в плейлисте «Садовая сантехника». Фонтаны. Как подключать, что входит в комплект и в каких зонах дачного участка можно разместить. Умывальники, из чего изготавливаются, комплектация, необычный дизайн, все это и многое другое смотрите на Hitsad TV. Делайте удачные покупки в интернет-магазине hitsad.ru. Спасибо, что вы с нами.